Так, ну, разобрались мы, с чем могли, как говорится. Так, лучше сделать вот так. Сейчас увидите, почему. Эх. Попал по мне таки скотина. Так, и теперь наступает сложный момент. Давай. Сейчас жестяк просто, жестяк. Давай. Давай, переключайся. Лечись давай. Что-то плохо, очень здоровье восстанавливается. Давай. Фух, в общем, то есть без этой темы... Ну никак, ну догадаться, что это... Все. Ребятки, я много раз там умер, пока не допер всю суть. А когда понял, ну, с первой попытки прошел, вот, на запись. Ну и паршивое это место. Как думаешь, где мы? Да понятия не имею, где мы. Я вижу растения. Сказала бедная заблудшая душа, оплакивая судьбу. Кто ты? Мне нужны ответы. Надсмотрщица это. Страху нужны зрители. Ну понятно, это тюрьма. Идите в Воцек, где начинается жизнь. Да все, давайте, хватит базарить, давайте побежим. Так, короче, когда она бежит, вообще с мышкой не дружит. Ух, нифига себе резкая-то какая. Так, блин, да так-та-та-та-та-та, параметры. Управление. Клавиатура, мышь. А, чувствительность. Включите, не отключите, функция быстрая мышь. Левый, правый, обычно, привязка к экрану в подробности. Так, привязка к экрану. Быстрая мышь, вот что я хотел. Давайте сейчас проверим, что же такое было. Быстрая мышь. Вообще, ну не понял. Я изменилось ли что-то или нет? Клэр, смотри, вон там. Что это за вышечка такая? Радиовышка, ё-моё, да это же... Day in Light. Так, давайте смотрим, может здесь что-нибудь... Пожевать, как говорится. Эх, а этот пейзаж мне напомнил, знаете, Halo Combat Evolved. Там, где мы в миссии после крушения собрали всех выживших. И вот там, по-моему,
Когда их перед тем, как их забрали, там был даже какой-то такой пейзаж. Could use your help. Could use your help. А, кстати. Could use your help. Ну, она подойдет сама туда, нет? Wait. Okay. Follow me. Yeah, right. Не, сама, конечно, не хочет ни хрена выполнять команды. Ну, угадал. С первой попытки. Ящик с деталями. Так. Ну, передал я все. Все себе, так сказать. Смотрите, а что это там за знак такой? Интересно. Так, это барышня наша. Алеоп. Да, зачем прыгать? Ну смотри, там вот все время. Там же можно сбоку все обойти. Че, ты боишься прыгать? Первой? Да, она боится прыгать первой, представляете? Видишь, ты сможешь. Давай, проваливай. Ну, конечно же. Я тебя поймала. You, Hollywood, that wasn't even close to easy. Fuck you. Listen, Moira, I'm really sorry. Moira. I know what I got you mixed up in. Muriel never forgive me. This isn't your fault. Нельзя. Also, я все-таки хотел посмотреть, что это. Bitches and moans and granny swears about everything. Барри, пусть меня взад поцелует. Вот что это за херня такая? Неизвестно. Знаете, с фонариком бегать, блин, ничуть не опаснее, чем без фонарика. Чем с пистолетом каким-то. Это верстак? Блин, карты нет. Че я поднял? Патроны, патроны. Блин, не знаю, рано или поздно. So? No. Ну, нет энергии. It's dead. Нет электричества. Ну, а вышка? Будь здесь, пойду проверю вышку. Так, электричества нет. Че там вышку там проверять, а? Блин, не дали даже на вышку залезть самостоятельно. А летучих каких-то тварей не... Подожди, в Resident Evil есть летучие твари. Нет, с крыльями, как у мышей, и с хвостом. Кстати, похоже, знаете, на кого? Как в Старкрафте. Эти вот зерги летающие. Забыл, как называются. This better work. Твою мать, меня кто-нибудь слышит? Меня зовут Мойра Бертон. Меня и моих коллег доставили сюда против нашей воли. Не знаю где. Ну что ты там, Клэр, увидела вдали? У нас какие-то браслеты. С нами говорит чокнутая баба. Ух, она доходчиво объясняет. Убили какие-то монстры остальных. И сразу в дурку. Заочно. Кто услышит? И вот нам только солнце осветило путь, что мы на острове. Меня зовут Мойра Бертон. С.О.С. И сейчас тебя сзади цапну. Остров! Что это за место? Так маленький остров. Получен консервный нож. Первый эпизод. Вы получили
концептуальный рисунок number one. Отлично. Так, получена истинно командная работа. Вы получили 100 бонусных очков. Ну, конечно же, блин, а я же командно работал. Так, получена смертоносная парочка. Тоже еще 1000 бонусных очков. Так, не удалось выгрузить списки лидеров. Повторить попытку? Нет, не надо. Нет интернета. Так, точность 78%. Ну, конечно, а точность в голову. Повторных попыток 7, как видите. Ну, 6 из них, это точно я умер на последнем этапе, перед, когда убегал. 48 минут это у меня заняло. Это чисто игры. А реально, то есть часа, наверное, полтора. Получилось. Ух ты, прикольно. Давайте детали. Медали. 8 врагов убиты выстрелом в голову. Найдено 3 сокровища. Убито гигантских пауков с кнутом 10. А, это те жучки. Ящиков 3. Использовано пользой моря, вы нашли 6 скрытых предметов. 3 врага убито скрытыми атаками. Ну да, я не парился, конечно, по этому поводу подкрадываться к ним. Они вообще-то сами выскакивали на тебя. Это то есть все медали, которые доступны в принципе, или которые можно было выполнить в этой миссии. Убито 8 врагов с помощью вращающихся лезвий. Ну, по-моему, все это выполнить нереально было в этой миссии. Слишком врагов маловато было. Ну, такое. Рейтинг нам дали B. Точность, за точность A, за количество смертей C. Блин, ну кто бы объяснил, что эта херня с огнем поворачивается и включается еще. Включается, я допер достаточно рано, а то, что она поворачивается, конечно, поздно. Так, что у нас далее? Ну, нажимаем далее. Настройка навыков. Используйте полученные в компании бонусные очки для приобретения навыков. Давайте настройку навыков. У нас 5 косарей. У-ху-ху-ху-ху. Так, увеличение. Так, это то, что у меня открыто. Так, боевочка. Так, швыряние. Увеличение огневой силы вспомогательного оружия. То есть первый уровень. Так, я нормально могу прокачаться, слышите? Так я все здесь могу качнуть. У меня 5 косарей очков. А, здесь по 3 уровня. Сокращение время использования зеленой травы. Сокращается время использования. То есть пока мы держим Q меньше, да? Усиление огневой мощи при приседании. Усиление огневой мощи при первом выстреле после смены оружия. Такое что-то. Усиление силы атаки монтировкой Мойры. Ладно, ну один раз точно качну. Усиление силы атаку кирпичом у Натальи. Какой еще Натальи? Вдвое сокращается время спасения партнера от опасного состояния. Да хрен его ты знаешь, что качать. Ну блин, ну пусть быстрее лечится. Присаживаться? Ну ладно, пусть будем присаживаться. Силы вспомогательного оружия. А, вот оно как, уклон. Во время уклона врагам труднее попасть. Уклон знаем. Усиливает восстанавливающее действие. Да, пусть будет. Что это? Повышение эффективности фонаря. Нужная вещь. Так. Блин, 3 косаря только что отдал. И не заметил. Так, что это? Удержание для накопления силы физической атаки. Может пригодиться. Так, во время уклона врагам труднее попасть. Да, только научиться еще уклоняться бы по-людски. Атака ножам при рывке вперед. Так, удвоенная сила атаки после пробега. То есть с налету херячить. Думаю, прикольная штука. Ну все. Вот и разобрались. Лишь слово, лишь просьба, лишь движение воздуха.
Не дочитал дальше. Ну, в общем, это сказал Франц Кафка. Смотрите, и корабль, ёбин-бобин. Маленький патрульный кораблик. Повторяю, меня зовут Мойра Берта. Оу. Если можете передать, где мы, ради бога, пришлите помощь. Он таки пришел. Боже мой, хоть кто-нибудь. Вот говно на палочке. Я здесь, детка. А, это Бертон. Или как там его? Эх, помню, я когда-то любовался водой в Корсарах 3. Как она красиво выглядела. О, это мы сейчас будем играть за этого персонажа. Стопудово. Так, вот эта вышечка. Тюремная. Ух ты. А, девочка. Да-да-да, девочка — это вторая напарница второй пары персонажей. А девочка с тюрьмы? Значит, девочка непростая. Раз ее сюда заперли. Это Альма. В молодости. Ну что, давайте, давайте, давайте. Побыстрее, побыстрее. Барышня, ты остаешься на лодке, я не шучу. Мне нужно заняться взрослыми делами, но я вернусь к тебе позже, ладно? Да сейчас она как покажет, кто здесь взрослый, а кто нет. Ты не можешь меня взять и бросить? Не-не-не-не-не. Идти со мной слишком опасно. Здесь безопаснее не будет. Есть ли на этой планете девочки, которые будут меня слушать? Ладно, будь рядом. Ты теперь со мной. У него винтовочка есть. То есть у нас. У нас винтовочка есть. Ох! Есть такой. Блин. Так, Самурай Эдж. С длинным магазином. Потом есть Магнум Питон. И винтовка. Ну и рукопашный есть, конечно же. Ну что ж, девочка. Just stay there, Tower. That's gotta be it. Радиовышка должна быть здесь, так. What are you doing all alone? Where are your parents? Где твои родители? Что ты тут делаешь? У меня нет родителей. And I don't know why I'm here. И почему я здесь, я тоже не знаю. She got you just like she got my baby. Она тебя схватила, как и мою малышку. Follow me. I'm sorry. То есть, несмотря на то, что я давал ей команду. Эх, исчезла ворона. Пустая бутылка. Ну, я рад, что она пустая. А миди можно нашкрепти? Так, это нам так вежливо преградили путь. Девочка, ты босиком не бойся? Нет, в сандаликах. На нее переключиться я пока что не могу, но это вопрос времени.